Ребята, всем привет-привет! Сегодня вы канале Водразин. И сегодня я снимаю обзор про Chevrolet. Вы, конечно, не набрали определенное количество лайков под видео с BMW X5. Но ничего, ребят, я выпускаю новое видео. Сейчас я, ребята, его распакую. Ребят, модель. У данной модели открывается только передние двери. К сожалению, задние не открываются. Вот так вот, ребят, выглядит салон. Ну, достаточно нормально для KinSmart. Вот так вот, ребят, перед написано Chevrolet. Решетка хромированная, фары выполнены из пластика. Есть антенна. Боковые вот отражатели из пластика. Ну, неплохо, ребят. Вот, ребят, бензобак. У машины есть инерционный механизм. И задняя сторона, ребят. Ну, задняя сторона вообще плохо проработана. Нет ни фонарей, ничего. Да, ребят, плоховато, конечно. Ну, что вы хотели? Это ж KinSmart. Снизу написано Chevrolet Cyberman. KinSmart, Made in China. Масштаб 1:36. Вот такая вот, ребят, модель. А если вам понравился ролик, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на мой канал. Тогда у меня будет мотивация снимать для вас все больше и больше видеороликов. А вы...